эмоции всякие такие, и этот пьедестал. Я пьедестал себе взял и эту как скин на, господи, как он, на Кирдуна. Он достаточно интересный. Только по-адски. Надо, кстати, за него сыграть. Посмотреть. Тут еще и в игре голосовой чат, небось, включен, да? А? Тут еще и в игре, небось, голосовой чат включен. Не знаю, может, у тебя включен. У меня, наверное, Как? включен, я сейчас гляну. Включить. Вот там, если галочка у тебя стоит, настройки, аудио и включить голосовой чат. Если стоит галочка включить, значит включено. Если не стоит, значит выключен. Все выключил. Теперь видишь, сделали время, сколько до этой докатки. То есть там определяет, сколько время и точное. То есть нет такого, что она не точная. Если написано 2 минуты, значит 2 минуты ждать, и через 2 минуты он тебе найдет катку. Такую фишку сделали. Я вот соль хочу, вишневую бомбу взять. Прикольно. Сезонный абонемент покупаешь, там дротишь, получаешь всякую фишку. И тонат, в принципе, ничегошный, но он огромный, правда. Мне это не нравится. Ну что, не нажимать? Вот убери. Хотел попробовать. Ну меня этого забрал, падла. Меркурия. Меркурия у меня забрал. Не, ну ты же хотел в субботу попробовать, зачем тебе Меркурий? Да он и так ржачно выглядит, чё уж. Ну да, он такой тусовщик типа. Можем, кстати, понравится пойти в тренировку сходить. Вот эта практика в джунглях. Там дешево пособирать. Я уже забыл, что такая есть, точно. Вот Кукулин, вот этот топчик прикольный. Который у этого. Там ивент как раз такой был с ними. За лисичку. Что качать у него по максимуму? Ой, Миш, я не знаю, я один раз за него играл, я тебе сейчас не скажу, это надо смотреть. Ты зону попробуем через зону прокачать. Что у него зона и покупать чего а я ты уж не помню. постреляй сейчас вперед. Ну первый ботинок Покупать возьми. так он фуловый ботинок не дал мне купить. Ну фуловый он тебе не даст, надо пойти пофармить разок, потом даст. А так сейчас вперед постреляй, посмотри, какие способности у тебя. И пошли, наверное, этих заберем. Этот возьми, как он называется, реликвию, амулет правительства. Поздно уже. Бери эту хрень. Но... Вот это, да, зону попробуем помаксить. Что красный никто не взял. Не, это не надо.
возьму. Be right back. Тапок себе соберу. Отхилится там. Блин, меня тут лиса бьет, как по-моему. Че бы мне хоть что-нибудь тут помог? Там просто один был. Где я? Вот для нашей базы был. Я попробовал, видишь, я ульту кинул. Живот. На какую кнопку реликвия? А? На какую кнопку реликвия? Чё реликвия? На какую кнопку? А, ну, не знаю, у меня на хил и на это. Я у тебя не знаю. После этого матча пойдем с этим. Ты меня доебалась? Ну ты же этот. Какой? Защитник? Поэтому они в тебя доебались. Защити меня тогда, что я только дохну. Экрана не на Е, она не, я уже на все кнопки перенажимала, она не нажимает. Ну, я не знаю, на что у тебя это, надо в этом какого. Настройка глянуть. Пускай его настройки. Управление. Привязка клавиш. Почему я ники игроков не вижу? Я вижу название того. Мне так же, я не знаю, не изменили. Я даже не лазил, где это смотрел. Watch.
твой хуй. Нашел кнопки. Ну, нашел, видишь. Ультуй, у тебя ульта есть? Чего не ультуешь? Ты же их притягиваешь к себе.
Что-то нас пиздят. Не очень какой-то бесполезный мне ульта. Я должен быть близко, блядь, и стоять около двадцати и не умереть, блядь. Дамагер неплохой, на самом деле, да, он сап, я он всем, блядь, дамаг, и саппорт, и дамагер, в принципе, тоже. Ой. Не дамажит. Куда она, блядь, мои фраги скилит, сука? Бомбу не забросил, ну что это еще? Be right back. Ходите там. Чё, уже поздно, я уже всех защитил. Пришли тут. Не, ну я обратно пришел за этим. И чё же мне доебались, блядь, толпа какая-то? Ну, они любят толпой гадить. Порождение. Короче, смотри. Сейчас я зайду в этот. Выйти отсюда. Escape нажми просто и все.
Похвалите, блядь, свою команду. Да подожди ты. Я еще, блядь, здесь ничего не нашел. Не нашел, как выйти оттуда. Так а что ты из лобби-то вышел? А, ты все, ты со мной. Все нормально. Принять можешь? Да могу. Ну принимай. Блядь, Макс. Вот, выбирай теперь субботу. Тренироваться. Не хочу я. Я хотел в клиенте полазить. Нихера ты меня сюда, я же не зря отменяю. Я еще курить пойду. Ну, пойдешь курить, чё. Принимай, я тоже приму. Иди кури. В субботу бери своего. Не хочу я в субботу. Попробовал, мне не понравилось. А, не нравится тебе? Попробовал, мне не нравится. Ну, возьми другого какого-нибудь. Потренируешься. Тренироваться-то. Кого я тут не видел? Этого пидора не видел. Он скилловой. Такой непонятный чувак. Тренировки еще и скины все доступны. Делали, да. Все, я курить. Курить. Life on this miserable planet. Minions have spawned. Внимание, предупреждение, если вы продолжите бездействовать, то тогда нахуй сходи. Ну я бы так понял, сначала двойку, потом единицу и следующую тройку качать. Сейчас попробуем. Так, а что у меня тут не прокачивается? Это тоже поменяли, что ли? Подожди. Кнопки поменяю. Я что, колдун? Нет, я бы керри. Thank you.
очередной политон. То есть вот смотри, ульта, допустим, вытягивает, там обездвижит, когда в этот. Либо можешь на этом. Чё ты меня притянул? Ну я же типа это сделал. Поменял эти. Без предметов. Ну качаться походу от этой. Допустим, первое сначала. Вот эта вот штука. Кто побежал? Комнаты смотрю, тут что-то изменилось все. Да, тут все поменялось. Так ладно, ты. Ульта, смотри, то есть ты, когда ультуешь, рядом с противником появляются эти, твои клоны, начинают их бить. Вот, и ты можешь к любому противнику переместиться и бить клона. Ну они бьют, они не наносят дамага, это мне сейчас. Вот, у тебя, смотри, вторая спелка, кидаешь зону. Вторая ты ее зонул? Нет, это первая, вот вторая. А потом первый по зоне, шмаляй. Сначала юзай вторую, а потом первую. По зоне. Она взрывается, наносит дамаг. А третий у тебя, по-моему, ты прыгаешь, да, вперед? Ты можешь на любую стену прыгнуть, зависнуть, будешь в ней неуязвимый, потому что стены убежают. Фига себе. Да, то есть такая... круто. Да, вот он такой мобильный. Тут же где-то должна быть комната с героем. С каким? Ну, был Ра раньше стоял. Ну, вон там, вон, видишь, Один ботс. Вон тебе герой. Чем тебе не герой? Не, ну там был Ра, с которым можно было подраться. Дерись. Они не дерутся. Они вот эту комнату заменили, значит тут как-то можно делать. Вот эта вот фишка 20, 60, 40. Что-то знает. А мне пробуй. Я думал с этими потанцевать. Вот, а он что-то не я. Пробуй на мне. Тренируйся. I will rise again and again. Попробуй попробуй те, которые у меня были здесь. Что за черепок на мне? Идешь? Что за черепок на мне? А это я на тебя кинул эту истерию. Когда она у тебя наберется, по тебе будет дамаг больше, типа. Ну что она так долго набирается? Да, ему кулдаун по-любому нужен. Ты по мне шмаляй, не по нему. Не, не понимаю. Тренируйся, понимай, разбирайся. Что-то другое, наверное, взять. Еще на проникновение что-то.
период, в принципе, можно оставить. Что у него там за пассивка? You call this a weapon? А эти вот зачем-то как толпой стоят? Не знаю. Зачем толпой, фиг его знает. Предмет, мне кажется, ты странный взял. Что рекомендовали, я это взял. Попробуй, знаешь, что взять? Вот у тебя этот, как он называется? Отравленная звезда. Пробую поменять вот гибель Титана. Ну, там вторая есть, которая на скорость атаки и крит. Типа отравленной звезды. У тебя скорость будет быстрее. Больше, вернее. И вот эту перчатку пожирателя поменять на другой, там, вампирка такой, ножик. Вот, а гибель Титана поменять на этот... Вот демон ветра ты взял, и возьми этот, как он называется, второй тоже, такой же, кругляшок. А второй, как раз отравленная звезда. Да, 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 отравленная вот эта. Отравленная будет, наоборот, скорость уменьшать противников, а этот будет ускорять твою при критах. Иди пробуй. Не пробуй, не на них. Зачем на них? Ты не старайся ко мне прыгать именно вот так вот. Я не попаду никогда в жизни. Ты пробуй. Ты можешь прицельно пробовать стрелять. Тренируйся. Да нахрен мне это надо? Ну, чтобы попадать, убивать. Да ты Одина ты не бей, зачем тебе Одина бить? Чтоб в него я попадаю. Ты в меня попадай. Мне это тоже в тебя тяжело попасть так. Тебе нужно, короче, кинуть зону и взорвать ее, тогда я застанусь после этого. Кидаешь зону, потом взрываешь ее и станешь меня. О! Хуяся. Стенку убежал. Да, только нужно подрасчитать, именно. Кто будет стоять, блядь, ждать, пока его взорвут? Да, надо подрасчитать, я же тоже зоны кидаю, видишь, попадаю же как-то. Да, но мне еще и взорвать ее нужно. Да, нужно взорвать ее. В замесах ты у тебя будет получаться, потому что в замесах все тебя не будут видеть. Вообще пользу, блядь, приносит сама зона отдельно. Ну да, она дамажит, вот попробуй ее кинуть просто. Тренируйся в попадании именно. Ой, я себе еще уровень скинул, нечаянно. Именно в меня, то есть пробуй. Я за тебя, Миш. Тебе нужно меня сначала чем-нибудь замедлить, а
а потом уже кидать зону. Либо вблизи попробовать ее кидать, когда я вблизи у тебя, вот так вот кинуть, да, и взорвать. Попробуй взорвать. Видишь, я застанился. И вот в этот момент ты меня легко убьешь. Когда вот так вот попадаешь. Вот этот вот второй предмет, который у тебя, да, вот эта ужасающая эмблема, она хорошо станет. Она не станет. Ну, не станет, она замедляет. Тебе с ней вообще хорошо. Все, не понимаю. Ну, попадай. Нет, не нравится. Можешь взять, попробовать другого героя. This is impossible. Ты главное вот этот таргет найди, прицел. То есть тебе нужно стрелять перед чуваком. Когда вот он берет сторону, тебе нужно перед ним стрелять. То есть в какую сторону он бежит, чуть наперед шмалять. Тогда ты попадешь. Прям чуть наперед шмаляешь, попадаешь туда по нему. Нет, как другого взять? Так это тоже, блядь, Макс, не это. Мне надо в игре играть. Ты на мне потренируйся. Пойдем. Тебе вообще подзашел этот бок? Потому что он мне не особо зашел. Не, мне тут не нравится. Мне Адахири в этой игре вообще не нравится. Идем куда-то другого выберешь, потренируйся за него. Выглядит, что... Что ты говоришь? Выглядит хорошо, а вот играть он мне не нравится. Ну, он такой, он своеобразный. Люди, есть люди, за него интересно играют. Но тебе можно попробовать собрать его именно не в скорость атаки, а в проникновение, то есть предметы от проникновения. Тогда тебе нужно скиллами попадать именно. То есть скиллами ты будешь убивать, а не этой... Только ты меня задамаживай. Давай, задамаживай меня и пойдем отсюда. Но он своеобразный тоже суббота, но он. В принципе. Плохой тоже. Играть. А, у тебя, кстати, по-моему, при третьей атаке еще какой-то взрыв идет от твоих этих. Наоборот. Моих этих каких? Ну вот смотри, у тебя пассивность. Вот на К нажми, какая у тебя пассивка наверху? Я посмотрю, что тут вообще есть. Ну ладно. Выпускай отсюда меня. О, смотри, тут героев можно. Вот, вот здесь можно драться с ними, походу. Только они за меня. Вот сюда зайди, они тебя будут атаковать, походу. Да. А вот так я могу выбрать кого. Вот, допустим. Ура.
выбираешь за кого. Допустим, Нейт пусть будет. Всех вас отпиздил, всю вашу команду. Так, баф там. Выпускай, как отсюда выйти? Через эскейп, я сейчас посмотрю что-то. А, вот тут по эти бафы, короче, можно ставить, смотреть. Ну да, они сделали там, интересно. Теперь можно смотреть фениксы. Сейчас я досмотрю это, ты пока определись, с кем ты пойдешь, пойдем туда. На выбор тоже, наверное, этот гигант. А, нет, тут его вообще что-то нету. Что за фигня? Ну, Ахиллес, блядь, пидор какой-то. Ахиллес, ну, он такой своеобразный тоже. Пидор. Так, вернуться в лобби. Пробуй ближниками, значит, раз тебя этими не получается. Какие-нибудь воины. Вот этот вот, который Кухулин, он скилловой такой чувак. Можем пойти за... Я играл уже. За него попробуешь. То есть он и дамажит достаточно неплохо. Белон тоже неплохо дамажит. Геркулес, он более такой танк. Чак тоже, в принципе, 3 на 3 полезный. Кукурин, Чак, Геркулес неплохо 3 на 3. Один тоже. Тир сложный. Сложно играть. Че, в тренировку или обычную пойдем? Обычную какую? Ну вот, которую играли, арену. Шли в арену. Ты, если у тебя тяжело с этими, как оно, с лучниками, пробуй с этими играть. Ну, либо учись, возьми себе какого-нибудь лучника и отрабатывай его. Есть скилловые лучники, то есть скиллами. Вот, не... Мне не нравится здесь АДК, просто никак. Плохой здесь система, плохая таргета. Вот даже не плохая, она ужасная. Вот смотри, есть Хоую и Уль. Они достаточно читерные. Они станят, и потом после станов очень легко убивать. Либо та же самая Бедуза после станов. Хочешь, попробуем, пойдем, возьмешь какого-нибудь из них и попробуешь за него откатать в этом, в тренировке. Вот Уль, Хоую или Медуза. Достаточно, то есть они есть станы, ты застанил, и от стана уже пошел бить. Нет, а теперь играй сам. Хорошо. Тогда пробуй, не знаю, стража, страж или этот, как он называется. Да я тут сам разберусь, что мне пробовать. Что такое-то? Не, ну я имею в виду, чтоб в этот, как он называется, в ранкет пойти. А мне тоже разберусь. За кого пойдешь? Посмотрим. Ты определись, чтобы я тоже кого-нибудь выбрал. У меня есть Меркурий. Я вот пойду Меркурия. За убийцу пойдешь. Ну, давай я еще. Я с Сусаной еще хотел играть, блять, так не получается ни хрена. Я не понял, где у него тага. А? Где у него чё? Где у него тамаг? Давай сделаем, соберем его. У меня, в принципе, есть на него и билд. Попробуешь. Давай. Сейчас. У меня скин на него крутой есть. Сменим. Вот зайди в сборку, попробуем. У меня немного странно на него, но от него можешь отталкиваться, можешь что-нибудь себе поменять. Возьми в конфигурацию, зайди в предметы. Вот.
Первое возьми Таби Воина. Ты думаешь, я знаю, что это такое? Ну, там этот, как они называются? Сапоги такие. Зашел. Таби сапоги. Воина. Дальше что? Потом с вампирки пожиратель душ возьми. Он тебе кулдаун даст, он стакается, короче. Дает кулдаун, ману и вампиризм. Вот. Потом возьми гнев Ятуна, он тебе кулдаун тоже даст. Гнев Ятуна это что? Это кулдаун в кулдауне. Пожиратель душ взял? И зарядка. Гнев Ятуна нашел. Потом следующий там палач Гидры в той же кулдауне. Угу. Потом следующий ускоренная катана. Он тебе скорость даст, будешь бегать, быстрее бить. Угу. Третий возьми меч камнерез. Это в этом в дамаге, скорее всего, меч такой зеленый. Защиту врага режет. Автоатаки. Ну, вот эти вот катану и меч камнерез можешь потом в дальнейшем потом изменить. По способностям смотри, то есть я тебе буду говорить единица, двойка, тройка, а ты будешь себе ставить. Сначала единичка. Со способности зашел. Ты предмет сохранил? Сохранил. Вроде автозакуп тоже включил. Включил там конфигурацию, когда нажимаешь, автозакуп включается. Да, в определенном порядке. Да, вот, теперь способности. Заходишь там, проверишь. Mm-hmm. Вот, сначала первая, потом вторая, потом третья, потом первая, потом четвертая, потом первая, первая, потом третья, потом четвертая. Потом первая, потом третья, третья, четвертая, третья. Да, это я уже понял. Вторая. Финал я уже понял, все. Да. А реликвии? А реликвии, кстати, можно будет покупать, чтобы автозакуп не отвалился? Ты их просто поставь без конфигурации, и все. И ты их потом будешь сам выбирать, покупать, и все. В этих зайди там. Ну, что это? Там же, когда обычно что-то хочешь сам купить, конфигурация отключается. Вот смотри, я сейчас принт сделаю. Понял? И в Дискорд глянь. Я в Дискорд кину, как у меня. Да ладно, пошли в тренировку. Сейчас. Смотри, вот в текст глянь, я кину. Ты любишь это дело. Вот смотри, в тексте там не ставишь просто им конфигурацию реликвиям. И все, и они у тебя получается. Ты любые какие хочешь, выбираешь сам, купаешь. Хорошо. Привет. Привет. Здорово. Чем маетесь? Да, в смайте сидим. Где? В смайт. Моба от третьего лица. А. Ну интересно, хочешь, наверное, можешь на моей иконке пикнуть в Дискорде и в Твиче посмотреть. Допустим, я возьму того же самого охотника. Вот. I shall rid you of your innocence. Ты на охотнике потренируешься. То есть там смотри, тройкой прыгаешь, это вот дождик, на игрока кидаешь. И потом единичкой бьешь его, спылаешь, там три раза стакаешь. И когда он убегает, двойка к себе притягиваешь. Чтоб не убегал. А четверка ульта. А Warframe играть будете сегодня? Да, я попозже забегу. А то мне помощь не помешала. Чуть попозже. Так, сейчас релик и битами бери. Вот, и пошли. То есть тройку вот кидаешь на меня зону, дождик. И еще раз нажимаешь, подтягиваешься, да.
И бьешь не автоатаками, а вот единичками. О, да. Потом, после того, как единичку серию пробьешь, притягиваешь двойкой и бьешь автоатаками. На мне пробуй. Если не попал, двойкой притягивайся. Вот, и потом уже бей единичкой. Я козёл. Старайся попадать. Все так просто взял и начал попадать. Давай. Я в лиге на любом персонаже буду играть, а здесь-то нет. Попадай. Вот, двойкой притягиваешь, единичкой сразу. Скилловой не забывай. Вот, потом уже начинаешь бить. Если не получилось, да, то есть ты видишь, что он тебя дамажит, получается, он от тебя убегает, там, тогда не бей, короче, тоже отступи, опять скиллы у тебя перезарядятся, опять прыгай, бей. То есть он такой, скиллами пробил, не добил, ушел, короче, то есть вот так вот. То есть я руками не смогу никого победить? Ну, сможешь, но тебе лучше с онлайн. Видишь, да, по тебе дамажу? Тебе нужно уходить, значит уходи. А что, этот ветер подкидывает? Подкидывает, но ты не попал по мне. Попал? Нет. Я уверен, что попал. Нет. Не попал. Ну так ты не подлетел же? Ну да, не подлетел. Зря прыгнул. Не надо было прыгать. Вот ты кинул, ты видишь, что ты не попал, значит лучше не прыгай к этому, к противнику. Какая разница? Не, ну видишь, я тебя убил. Ай. А чё я не лечусь? Ты со мной тренируйся. У тебя вампирка вот двойка, ты лечишься, когда по мне бьешь. И с пылами, ты когда ее настакаешь, она у тебя будет хилить нормально. Пока ты ее не настакал, она тебе ни дамага не дает, хил нормально. То есть, когда ты ее настакаешь, у тебя от скиллов будет хил. Вот, видишь, то есть, ты скиллнул и убил, получается. У тебя такой. У тебя жизнь была, ну да. Ну, козел. Поповецкий. Ну и вот как, блядь, я должен победить, я ж в тебя попал. Ну вот так это как. Он тут не подкидывает, но вообще подкидывает, не срабатывает просто. А у меня стан, видишь, я станю и замедляю. У меня скорость такая. Другие так тебя не смогут делать. Какая разница, если я меня, я блядь... тебе буду обычными сейчас, без... Просто выносят, как бы, я, блядь, не это... Не дамажу стоп, тебе, с вами. Тебе... Нет, ты дамажишь, это здесь просто так не дамажишь. Там ты не дамаг в игре. Только тебе нужно зоны именно на меня попасть. И бегай, крутись вокруг этого чувака, смотри, что тебе не попадал. То есть бьешь с пылами и... Можешь крутиться, если ты еле двигаешься, когда атакуешь. А вот у тебя катан, если ты когда меня бьешь автоатаку, ты можешь ко мне приместиться. Вот это у тебя мобильная единица, когда ты бьешь. Плюс у тебя, когда бьешь, ты у меня защиту автоатаками бьешь, ты защиту у меня снимаешь. Можешь поменять, в принципе, катану и эту, как она называется. Вот эти два последних арта на какое-нибудь проникновение, то есть. Если ты автоатаками не будешь бить, ты подумай, как ты будешь. Ты будешь автоатаками бить или не будешь? Если будешь автоатаками лупить, значит оставляй. Чё он, блядь? Стой, нахуй. Пойдем с тем, с Ра, допустим, туда. Ты бьешь, на мне стакается. Каждый раз, как ты бьешь, у меня броня уменьшается. Вот, допустим, возьмем того же Тора. Иди. Иди.
бойся. Просто когда автоатаком бьешь, ты еще и хилишься. Я не то чтобы боялся, прям стоял. Вот бьешь с пылами, а потом просто с пылами и не это, пробуем. Да, так. Ты сам себя убил. На раб добежал, короче. Не доработали они эту зону. Я его не могу домашнего из-за него. Ты про спылы не забывай. Если они у тебя все в откате, значит юзы. Вернее, все готовы, значит юзы спылы. Я так победил. Че, пойдем пробовать? Или будешь тренироваться? Ну пойдем со мной еще побегаешь, меня полупишь. Пиздец. Ведь я побеждал. Да. Мне просто ульта была. А вот с этого я не лечусь. С чего? Ну, тут видишь, тут не работают некоторые спылы. Там ты будешь нормально лечиться в игре. А Кирнун, он такой, он может и замедлять, может и дамаж свои бить. У меня сейчас на дамаж стоит. Я могу поменять, я буду, короче, на проникновение бить, на замедление. Вот сейчас ты будешь замедляться. Видишь, ты медленнее начинаешь бить. То есть, когда замедляешь, да, чувака, естественно, ты дамажу я тебя значительно меньше, когда замедляю. Есть хилка, то есть она меня хилит, я тебя бью. Нужно так, знаешь, прям в дурака не бежать, нужно закрыситься, да, из крысы как-то уже бить. Как закрыситься, то есть ты сильнее просто, чем я, и все. Ну вот когда в реальной игре тебе не можно прыгнуть, короче, пару раз тыкать скиллами и убегать. То есть стараться уворачиваться. Ну, я не знаю, я прыгнул, что-то пару раз тыкнул. Ебался. Все равно. Да, побил, короче, меня. Я же ничего тебе не сделал. Ты вроде Адекерри, я ассасин. Я должен тебя разрезать был просто на раз и два. Ну это тут такой на раз и два, и два раза стукнул, это Меркурий. Два раза стукнул. Не, ну в принципе должно быть так. То есть я ассасин. Я должен подбежать к тебе вот так вот шлёп, и ты уже должен, блядь, засать, да, меня, а не так, что, знаешь, я бегаю, я развернулся ты, и дал пиздец ассасину. Это неправильно. Ты если хочешь так, тогда возьми Локи. Локи, он вообще стыки убивает, то есть прыгает со спины пару раз. У меня Меркурий есть, мне это, в принципе, тоже нравится, но я ассасин, и такое вот не должно быть, что вот ты вот... Пойдем попробуем в игре, давай, вернуться. Такого просто не должно быть. Это неправильно. Вон тот же Z в той же лиге, та же Акали. Акали, кстати, переделали. Но тот же Z, тот же, блядь, Ясуо, вот то же самое, блядь. Кири его только видит, все, конец. Спасайте Кири. Можешь, если хочешь, тупо скиллами бить последние два предмета на проникновение поменять. Но я бью и с пилами, и автоатаками просто с него. Можешь поменять, короче, два последних предмета, если тупо... Я поменять не буду, поехали. Давай, попробуем. Ой. Так, ушко, прикрою. Так.
есть ее, по идее, прыгнул, просплывал, ультанул, добил. То есть вот так вот. Если со спылов, то ты увидишь мало и как дамажишь, и именно, то есть, ну, тебя с пылами привлекает, тогда последние два предмета на проникновение просто меняй. Сначала так попробуй. I shall rid you of your innocence. Ну чё, хуйня, как это набрали? Я возьму, значит, вот так. Да я мага возьму, подожди. Не-не-не-не, я мага возьму, ты бери этого, кого... Так там и так, ты посмотри, там он... Я это... возьму мага, нам одного мага за глаза хватит, я тебе... Там уже есть ассасин. Бери еще одного, будет нормально. Нет, ты учись. Cheap, за это. Just get covered drinks. Так это надо в нормальной игре учиться. Нормально все будет, не переживай. Тут главное танк, а то, что ассасины там, то бог с ними. Будете прыгать, лучников убивать. Лучников? Что-то я не заметил, чтобы я лучника убивал. Будешь ты убивать, не переживай. Главное тебе отожраться и